Донецьку живуть украинцы. Это очень важно понимать. Если навіть... В Донецке живут украинцы, и это очень важно понимать. Если даже какая-то часть сейчас поддалась пропаганде, выступает за Россию или хочет перейти на сторону России, присоединиться к ней, то я считаю, что это на 90% из-за пропаганды. Я знаю там многих людей, которые, хотя и говорят на русском языке, украинцы. Российской мовы, они украинцы. Мне до сих пор, хотя здесь уже 12 лет, мне до сих пор не хватает Украины, украинских друзей. Очень скучаю по этому. Недавно появилась статья, где у нас украинских демонстрантов, которые демонстрируют в поддержку нашей страны против войны, обозвали нацистами. Мы написали заявление в полицию, мы с этим боремся. Мы не только украинцы, у нас есть и русские, и грузины, и азербайджанцы, и немцы, евреи. То есть мы, по сути, не можем быть фашистами. Мне кажется, Украина для России – это самый близкий партнер всегда была, есть и по крови, и по истории, и так далее. Мы очень тесно связаны. И когда разжигается ненависть между двумя народами, разжигается с помощью такой абсолютно лживой пропаганды, я думаю, даже в Советском Союзе такого не было, что сейчас показывают и говорят, когда черное за белое, белое за черное. Многие в России считают, что во Львове за русский язык бьют и так далее. Я нормально там говорю по-русски, люди сами общаются по-русски. И никакой агрессии, никаких проявлений какой-то ненависти на какой-то языковой или на национальной почве просто нету. Это просто империалистическая политика, которая в 21 веке, на мой взгляд, она малопродуктивна, и в итоге это вредит самому нашему населению. У нас такой лозунг в семье – Восток и Запад вместе. Папа у меня Западной Украины, Львовской области, мама из Днепродзержинска. Познакомились они в Киеве. Одна семья со всех уголков Украины, и мы считаем себя украинцами. Хотя мама говорит периодически на суржике, папа – на хорошем украинском языке. Это не мешает нам любить всех наших родственников от Востока до Запада. Всех своих родичей из Исхода до Запада.